Решение установить на аллее тысячи сосен вазоны с цветами было принято на совещании, которое провел глава «Горячего ключа» с представителями правоохранительных органов и МЧС. Александр Кельганкин отметил печальный факт, что активные действия по решению данной проблемы происходят после трагического ДТП. Ведь жалобы на нарушение правил дорожного движения на пешеходной аллее как со стороны автомобилистов, так и мотоциклистов в администрацию и правоохранительные органы приходят постоянно. На совещании рассмотрели несколько вариантов перекрытия улицы, в том числе установку дорожных столбиков и полусфер. Вазоны, по мнению участников совещания, наиболее удобный и безопасный вариант. Планируется в ближайшее время приобрести вазоны и совместно с полицейскими и пожарными определить конкретные места их установки, чтобы искусственные ограничения движения не помешали проезду спецтранспорта в случае чрезвычайной ситуации и не повлекли особых трудностей для тех, кто живет на улице Ленина. В дальнейшем будут изыскивать возможности по установке искусственных дорожных неровностей на пересечении с перпендикулярными улицами. Об этом написал глава «Горячего ключа» на своей страничке в Инстаграм.